А сейчас немножко о борьбе там на России. И борьба у нас на нашем СМИ. Наш СМИ это всегда выкупили уже давно эти олигархи и те с деньгами и уничтожить остальных. Мы ничего не можем узнать. Правду мы не получаем никогда от СМИ, но редко получаем. По-моему, это Такер Карлсон. Это очевидно, что они сейчас сильно ругаются о том, что Такер Карлсон не получили решение от этих больших шишек, потому что он сам это делал. Это лично. И сейчас они стараются уничтожать его. Это большинство причин, потому что причина того, что я хотел делать свое мнение, потому что я думаю, что это еще важно. А надо слушать разные голоса, чтобы узнать, какие мнения у них. А я думаю, что мое мнение, так же главное, как у них. А даже мое мнение важнее, потому что я американец, и они должны работать для меня, а для остальных американцев. Но это не бывало уже давно. Не бывало. Они работают для себя, а не для нас. И это очевидно. Я думаю, что единственный шанс – это наш Трамп. Много лет назад, в 16-м году, когда это выборы были там, я сказал, что я думал, что мне очень нравились policies, то, что Трамп хотел делать. Но если он просто мог не высказаться все время, и не было бы таким грубым, может быть, люди приняли его получше в Америке. А сейчас нам все равно, потому что мы уже знаем, что все выкупили наших лидеров. Если деньги есть, можно делать как хочешь. Если денег нет, защиты нету. И это верно. А я надеюсь, что мы сделаем правильно. Выполним правильное решение, когда это наше время делать наши выборы. Спасибо большое за внимание на этот короткий видео.